Мусульмане Волжского отмечают Курбан-Байрам. Торжества, посвященные празднику жертвоприношения, состоялись в исламском культурном центре на острове Зеленом. С одним из главных праздников мусульман поздравили заместитель председателя регионального комитета по делам национальности и казачества Николай Москаленко, глава Волжского Игорь Воронин, председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов и заместитель главы администрации Виктор Сухоруков. Волжане понимали, что мир не заканчивается только у порога, да? Когда ты шагнул за него, мы все вместе, мы все рядом, и мы созидаем, создаем город. И лучше делаем его и чище, и краше. Вот вам за это огромное спасибо. Председатель централизованной религиозной организации Духовного Содружества мусульман Волгоградской области Бата Кифах поблагодарил Игоря Воронина за помощь в организации праздника, провел праздничную молитву и выступил с проповедью. В этом году во время проведения Курбан-Байрам на территории центра была организована тематическая площадка для самых маленьких гостей. Здесь юных волжан знакомили с историей праздника, рассказывали об обычаях. Также по традиции на праздничных столах были представлены блюда национальной кухни, выпечка, сладости. Сладости. Главным угощением стал плов. На его приготовление ушло 75 килограмм риса, 2 барана и десятки килограмм овощей.